Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Пилотик. Небо. Что вы постоянно, как я Ты начинаю, что-то короче, хотел? как я начинаю, короче, записывать видосы, Чего они все тебе? Время чего тебе они говорят. Всегда, вот всегда чего тебе. Так, чё мне? Я заберу у тебя, вот чё. Так, пистолета. Да, тоже заберу. Тоже заберу, окей. Мы с вами закончили на том, что поубивали там ренегатов, или как их там, да, вот осталась одна кучка, и появилась еще здесь кучка. В комментах вы написали, смотри, сколько куча появилось. В комментах вы написали то, что, ну, проще будет нам отправиться по сюжету, там уже выполнять... Там чуть-чуть пройти по сюжету и там уже повыполнять побочки какие-то там. Вроде как вы написали, что они там поинтересней. Но все же они типа, в принципе, однообразные. Сходить туда, принести то. Вот так вот. Окей. Давайте. Наша сейчас основная задача — это отправиться с проводником. Отправиться на кордон. Теперь надо найти проводника, который нас отведет на кордон. О, он вот здесь, да? Так, а вот здесь есть проводник? Да, есть проводник. Это у нас Южный хутор, да, по-моему, если не ошибаюсь. Ты что-то хотел? Если мне не изменять память, это у нас Южный хутор. Да, пошли. Да, сходим. Посмотрим. Так, окей. Да, это Южный хутор, все правильно. Мы все пришли правильно. Здесь мы вроде как... А, смотри, ящик появился. Или он здесь и был? А что, я же вроде Южный хутор осматривал. Откуда здесь, смотри, добра появилась? Они по-новому, что ли, появляются? Или что? Ну ладно, допустим, давай еще пособираем. Делов-то. Нам только за милое дело что-нибудь полутать, пособирать. Больше лута, легче в прохождении. Запомните эту цитату великого стримера и летсплейщика. Окей. Так. Здесь что у нас? А здесь, наверное, пусто все. Пусто. Мебель всю вынесли. Продали, либо сожгли он там в костер. Так, где у нас тут проводник? Окей. Оружие можно убрать, наверное. Его пока тебя, что. Сталкер. На нашу базу, на кордон. Погнали на кордон. Так. А, да, славно, ты нашим ребятам помог, уважаю. Я уж и забыл, как это спокойно по болотам ходить. Ну, спокойно, как для топей на краю земли зоны. Ладно. Нет разговора. Чего? А, не о том разговор. Потопали. Окей, погнали. А, тут уже без повязок обойдемся. Если в топ вляпаешься, то с открытыми глазами помирать всяко веселей. Ладно, шучу я. Гляди в оба и запоминай, как по болотам ходить надо. В следующий раз тебе через топи самому ползти. Окей. Окей. Собственно, отправимся на кордон. Думаю, наверное, Сидорович мы там увидим. Возможно. Надо будет заглянуть, короче, в эту деревню новичков, посмотреть, что там. Как это было до. До Терни Чернобыля. И как выглядел... Окей, а вот и Сидорович. Поговорить с Сидоровичем. Окей, нам, смотри, сразу говорят поговорить с Сидоровичем. Так, вышли мы возле блокпоста, он сказал, да, получается? Так, этот ящик ломается? Нет, не ломается. Рубежник. Хорошо. Что у тебя там есть?
пусто. А это, смотри, не на сталкера похоже, да, это? Это, скорее всего, наверное, военный. Предупреждение. Так. А, погоди, а мы вышли. Вот деревня новичков. А мы вышли, помните, да, этот блокпост, который мы разносили-то, помните? Документы мы там забирали. В смысле огонь? What the fuck? Я же сталкер, я же просто сталкер. Какой нафиг огонь? Ты чё? Ведется огонь на поражение. Бляха, бляха! Что за дичь? Цель потеряна. Дежурный! Поднимай своих гоблинов и прочитай. Так, окей. У меня есть патроны-то? Бляха, у меня патронов нет. Ну, спекали я так нифига не это, не попаду там ни в кого. Так, здесь забор, мне как-то надо пробежать, я не знаю. Окей, давай. Давай пробовать. Да, ах, чё ты пешочком-то идешь? Беги! Пешком, главное, прёт. По нему с пулемета херачит, он пешком прёт. И пробуем еще раз. Хрена выносит-то сразу? В смысле? А как тут пройти? Да я даже высунуться не успел, в смысле? Что за дичь? Как это пройти? Откуда он там стреляет? Бляха! Чё за жесть? Чё за жесть? Хотя он побежали куда-то. Так, а есть какая-то дырка, не знаю, там, или обход какой-то? Я думаю, напрямик туда не пройти. Бляха. Я, кстати, его увидел, откуда он стрелял. Не патронов для калаша для этого, и я бы со снайперки бы его попробовал. Ну, со снайперского прицела с оптики попробовал бы его вынести. Да бляха! Где ты там? Пока целился. Окей. Пока целился, блядь. Да в смысле? Он мне даже высунуться не дает. Я не вижу. Да в смысле? Меня уже раздражать начинает эта херня. Что за дичь-то? Ладно бы он мне там, знаешь, высунуться-то чуть-чуть давал, чтобы я мог прицелиться, посмотреть. Он мне даже просто, бляха, не дает просто вообще ни хрена сделать. Как это? Как? Да в смысле? Ну-ка.
Вот просто малейший высун, и меня, короче, это просто убивают. Причем убивают вообще моментально. И, может, из-за фонарика, может, мне... А, хрен. Да еще... Как? Как, бляха, как? Бля, с пистолета я тут настреляю. Бляха. В ружье? Не надо мне в ружье. Убил, что ли? Что? Одного убил. Да что тебе? Что тебе надо? Еще один, он бежит. Че я тут с ружья? Тихо, быстрей! Ветка! Да сядь ты! Субоку! А в смысле? У меня бинты кончились, бляха. Кстати, у него там патроны, наверное, по любасу. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Как? У него бесконечные патроны, что ли? Он там перезаряжаться умеет или нет? Просто во время перезарядки можно было пробежать. Но, судя по всему, он просто херачит. Просто у него бесконечная обойма. Бесконечная лента просто. Где там ты? Ну где ты там ты? Где ты там ты? Сейчас через дерево, смотри, попадет. Как, бляха? Как это пройти? Да жопа. Просто. Так, стоп. Стопэ. Сейчас я посмотрю, короче, по карте. Может, какой-то обходной путь есть, я не знаю. Вот сюда заходишь, они не стреляют по тебе. Так, а может, здесь дырка есть какая-то? Погоди, по кустам. По кустам. Да, по кустам. Кусты чуть побольше были бы. Вот когда надо кусты, они маленькие, их нет. Либо камни, там, полуны, деревья. Вот одно дерево стоит и все. Ай, бляха, даже теперь не отойти. Вот. А когда... Не надо, их просто целая куча этих кустов, и ни хрена не видно, и вообще. Отстань, хорош, стрелять уже! Да ёпти мать, а! Теперь не выйти вообще отсюда! Чё за бред-то? Разрабы, вы чё, бляха?
Отлично. Так, сюда. Да уйди ты, какая нахрен мне. Так. А посмотреть, как ты... Вот и я отсюда вышел. На кордон. А, патроны. Если... Погоди. На кордон. На кордон. Да ладно. Ну-ка сейчас. Ща проверим. Ща проверим. Я, кстати, там был. Вот как раз мы начинали оттуда сегодня видос. Как раз там эти дегенераты эти там. Мы убивали их. Ща посмотрим. Всякое проще. Почему они желтые стали все? Убери ствол, если говорить охота. Почему они стали желтые? Хотя желтые это что у нас статистика? Наемник. Желтый это нейтрал. Они были... Смотри, какое дуло. Смотри, какое дуло. Они сначала... Убери. Уйди ты. Поговорим. Они сначала были друзьями, теперь нейтралы, что ли? А чё, почему? Так, куда ты меня можешь отвезти? Погоди, а это что там? Что там? Что там? Что это за место? Так, вот здесь. А, это южный хутор, а это там, наверное, другой там, хутор. Погоди-ка. Рыбацкий хутор, база, руины деревни, механизм... Рыбацкий нет, сгоревших, возможно. Руины деревни. Либо руины деревни. Погоди-ка, а что, они уже, смотри, уже за деньги? Раньше было бесплатно. Какие хитрожопые-то. Или механизаторский двор это. Погоди, это не так далеко, значит, наверное, скорее всего, вот это сгоревший хутор. Давай-ка посмотрим. Давай посмотрим. Ладно, погнали. Нет у меня патронов, отстаньте. Нет у меня патронов вам дать. С этими, с ренегатами всякое проще, я думаю, сразиться будет, чем с... Костер, костер. С этими, с военными, которые просто, вот, ну ты видел, просто... Тихо, тихо, кто там? Кабан. Чем с этими военными? Просто ты видел то, что они там просто вот херачат вообще. Ощущение, как будто он там с пулемета бомбит. Причем с бесконечной лентой. Без перезарядки просто. Это, наверное, этот. Механизаторский. А, нет, механизаторский. А, там сгоревший. Это, наверное, механизаторский двор. Это механизатор. Ебти мать, нихрена там, смотри. Хорошо, что пришел. банда идет. Так, минус один. Не убил. Живой. Вот теперь готов. Так, они там в обход не пойдут, нет? Бляха, не достает. Будешь знать! Тихо. Помоги огнем! На, получай! Ну что, получил?
На, получай, ну что получил? О, при случае, за вознаграждение. Еще и награду можно получить, охренеть. Неплохо. Ну блин, это опять мне возвращаться на базу чистого неба, потом обратно сюда. Ну это жестко. Это жестко. И там, наверное, рублей, не знаю, там 500-250, наверное, дадут. Ладно. Пока воздержимся, но если будем в этих, в тех краях когда-нибудь еще как, то, в принципе, это... А, бляха. Тогда, в принципе, разрядить, так, выбросить. Тогда, в принципе, зайдем и заберем. Ну, чувствую, у нас чисто дорога на кордон сегодня. Бляха. А как я тогда проходил-то? Погоди, как я тогда вот, как-то я как-то в обход так прошел? И обошел их, короче, с камня. Как, я по этой, по болоту, что ли, прям шел? Да ладно, я чё не сохранил? Лёха, тут гранаты пошли в ход. Надо ж так, я и не сохранился, походу. Живой. Добивай, добивай его там. Падла. Смотри, смотри, удирает. Я же вроде сохранялся. Я не мог пропустить сохранение. Как так? Я же автоматом палец на F5 долбит. Так. Так. Пусто. Так, окей, сохраняемся. Все, все видели, что я сохранился. Куда там побежал? И вроде как, скорее всего, да, я, наверное, ходил, короче, чисто по болоту вот так вот. Шел. Я обошел за камнями их. Как бы, в принципе, можно как-то про... Хотя вот этих надо будет гасить все равно. И эти на подмогу придут. Ладно, давайте этих тоже сейчас загасим. Чё уж тут? Что уж тут поделаешь? Так, ты где там? Ты там где? Падла. Падла. Вот я тебе про что и говорю, видишь, кусты. Кусты здесь они высокие, там они низкие. Это, здесь мне это не надо, чтобы они высокие были. Потому что я ни хрена не вижу из-за них. А там, где пулемет вот этот, или что, из чего он там херачит, этот военный, там, бляха, все низко. Возможно, если так логически посудить, военные просто скосили там траву, чтобы он... обзор был у них. А почему вы не дохнете, падлы-то, уже? Умрите хоть кто-нибудь, да. Так, а у меня гранаты есть? Ой, меня бесит-то, бесит они меня. Почему, почему так сложно-то? Почему так сложно-то? Я здесь сохранился или опять где-то в шопе? За камнями. Так, есть ли у меня граната? Есть у меня две гранаты. На. И вторую на. Ни одного не убил, бляха.
Или хрен забить и идти, короче, на кордон. Ой, идут они все в жопу. Так. Блин, какая-то деревушка, бляха. И судя по всему, чтобы мне пройти там на кордон, и мне надо пройти через эту деревню, бля. Точняк. Ой, иди ты нахрен. В обход-то как-нибудь можно, нет? Бляха, он наверху сидит. Я его не видел. Я его не увидел. Просто жесть. Что так сложно-то все? Тень Чернобыля, по-моему, не такая была сложная. Мне срочно нужны, короче, ну, мне срочно нужен нормальный костюм. Вот срочно мне нужен нормальный костюм, чтобы бронька там была нормальная. Либо какой-то артефакт, который броню увеличивает. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему они все меня так выносят? Я сегодня не в духе, бляха. Просто не в духе. Там пулемет с той стороны. Здесь вот эти чилы меня просто задолбали уже. Просто задолбали. Есть вариант как-то пробежать, я не знаю. Мимо них. А если у них там что-то интересное? Вот. Задрал, просто задрал там. Баран, сука. Да какого хрена тут еще один патрон? Не перезаряжено ни хрена, не все. Че все в молоко, мимо все. Ой, бля. Куда бегу-то, правильно, не? Так. Минус один, сохранка. Сыга. Умри, пуфорда. Откуда? Сейчас в упор подбежит, я его сейчас... Сука, просто, сука, задрали. Это просто невыносимо. Почему не... я был перезаряжен? Почему? Что за подставы, бляха? Речь. Вы что, все мимо, блядь? Готов, отлично. Хорошо, сохранка. Вали его! Иди в жопу. Отлично. Сохранка. Только их два. На карте два написано. А, ты откуда стреляешь?
падла. Тихо-тихо-тихо. Ага. В смысле? В упор! Твою мать! Ты чё, терминатор? Так, где еще один? Блин, я хочу пока собираю, меня прикончит. По карте показан, что еще один здесь где-то есть. Надо аккуратно. Хп надо восполнять, короче, вот этими колбасами всякими. Колбасами. Так, где-то рядом. Я слышал его дыхание. Блин, где ты дышишь-то? Говна ссаная. Нади по ногам, давай быстрее, быстрее, бежи, пугу. Какая жопа. Че они такие бронированные-то? В упор просто с дробаша херачишь по нему, ему похер. Ты где? Да иди, блядь. Е-е-е-е. Нахер. Как меня просто задрало ты это. Так. Это вкусняха лежит. Патроны. Ой, давай еще разбейся, ну. Так, этих я осмотрел. Здесь по-любому добро какое-то пусто. Какой нахрен дробовик, ты чё? Или это мой, который я хотел продать? Да и хрен с ним. Неужели как-то... Нет желания продавать. Так. Пусто, 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 пусто. Патроны. Один потратил, три взял. Не вылезти, что ли, слишком толстый? Понятно, почему по тебе так попадают постоянно просто. Широкий слишком, да? Ширина долбит нашего наемника. Кто еще разговаривает-то здесь? Так, у того что-нибудь есть интересное у тебя? Это патроны. Ай! Что-то все сложно-то. Так, окей, я у выхода. На кордон. Все отлично. И в смысле, а где выход-то? На кордон. Радиоактивность. Во, другое дело. Я надеюсь, там пулеметов нет. С этой стороны. Какие. Почему заставки опять это база военная? Меня сейчас перекинет туда, что ли? Лес. А нет, смотри, нормально все. Вроде как, да, с другой стороны. Ой, тут мутант. Мутант. Мутант.
Мутант, а здесь смотри, кто? Сталкеры. О, сталкеры, отлично. Хоть какая-то подмога есть. Вот. Так, ну что, давайте на этом закончим. Вот, пойдем в следующей серии, скорее всего, да, на базу, на эту, на новичков, да, наверное, скорее всего. Ну, посмотрим, что вот здесь сначала, и постепенно будем подбираться к базе новичков. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.